Тяжело в учении, легко в бою. К Дню защитника Отечества были приурочены учения горной мотострелковой бригады, расположенной в Карачаево-Черкесии. Какие испытания проходили военнослужащие, выяснял Хали Баташев. Каждому бойцу предстоит пройти полосу препятствий длиной 200 метров. Здесь проверяются такие необходимые для бойцов качества, как смелость, решительность, уверенность в своих силах и эффективное использование альпинистских навыков. Передвижение по лестнице с использованием самостраховки, качающееся бревно и другие элементы полосы препятствий военнослужащий Виктор Иванов преодолел быстро и уверенно. Постоянные тренировки дают ощутимый результат. Самый тяжелый этап – это идет сломанный мост, это у нас получается бревно. Это опасно тем, что можно сорваться или когда идет дождь, снег, ну плохие условия, погоды. Получается, что трудно проходить и можно поскользнуться. Хорошо, почему это имитация? Потому что здесь, если упадешь, тут есть инструктора, все, а в горных условиях упадешь и будут плохие последствия. Отличная проверка уровня горной и тактической подготовки – это преодоление навесной переправы. Задача небольшого подразделения – с помощью двух веревок переправиться на другой берег. Без умения правильно вязать узлы, использовать страховку и работать в команде – это сделать невозможно. После того, как на берегу оказалось все подразделение, необходимо убрать все следы пребывания в этом месте. За правильностью выполнения задачи следит инструктор. На целевом берегу собираются все подразделения, берет веревку в руки и с помощью сдергивания сдергивает веревку саморазвивающую. Для чего это делается? Для того, чтобы если они уходят от преследования, чтобы не оставить на этом берегу никаких следов, что они были на этом берегу. То и на этом берегу не остается ни веревки, ничего. Все переправляется на ту сторону. Самое сложное, это надо за ними, за всеми следить, за правильностью действиями, за то, что они цеплялись карабинами, остановились на страховку, замуфтовывали карабины. Это все, от этого зависит жизнь человека, так как у нас это солдаты. От простого к сложному – главный принцип обучения. Дальше будут и переправы подлиннее, и более сложные задачи. Но бойцы горной бригады готовы к испытаниям. Их профессия – защита Родины. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Максим Долгов, Вести Карачаево-Черкесия.